Пятеро подростков разбились в ДТП в Бурятии из-за 17-летней школьницы. Покатушки без водительских прав на автомобиле закончилась трагедией для пяти подростков из Бурятии. В селе Исинга компания школьников решила прокатиться на автомобиле Daihatsu Terios. За руль села 17-летняя девушка. Около 6 часов утра на одной из сельских улиц она не справилась с управлением, после чего машина перевернулась. Тяжело пострадали все, кто находился в салоне, сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии. В больницу попали сама девушка-водитель, трое 17-летних подростков и один 15-летний школьник. Все они доставлены в больницу с травмами тяжелой степени тяжести. Как рассказали в Минздраве Бурятии, в районную больницу выехала комплексная бригада отделения санитарной авиации. Если понадобится, пострадавших детей отправят в Улан-Удэ.